какие самые частые распространенные ошибки совершают начинающие косметологи. Уважаемые коллеги, ошибки совершает тот, кто не работает. Поэтому ошибки, они, наверное, присущи всем. Но, на мой взгляд, вот самая частая ошибка – это поспешность. Волнение, с которым надо уметь справиться. В начале пути косметолог старается стремиться удовлетворить максимально желание пациента и старается сразу приступить и выполнить все то, что от него требует пациент. А правильнее уделить достаточное внимание первичной консультации, первичному диалогу, чтобы оценить анатомическую картину зоны пациента, тщательно собрать анамнез, анамнез соматический, анамнез эстетический, для того, чтобы правильно сделать выбор, выбрать правильный препарат и правильно составить индивидуальный персонализированный протокол ведения пациента.